Помогите, пожалуйста. Help. Мой дорогой зритель, подпишись, пожалуйста, на канал. Ведь за ваши подписки питается Кляпсик. Кляпсик – это этот милый голубь. Курлык-курлык, говорит Кляпсик. Ах, да, теперь у нас есть группа ВКонтакте. Найти ты ее можешь здесь. Мама, а что это у тебя в руках? Ты что, слепая? Это деньги. Мамочка сегодня зарплату получила. О, а дашь денег? На картонке циферки нарисуй. Вот тебе и деньги. Мама, ну тебе что сложно? Ой, все, давай, сходи пробукайся. Ах так? Да, так. A few moments later. Привет, любимая. Привет. А что ты такой довольный? Настроение хорошее. Наконец-то накопил денег на ту самую удочку. А что это так вкусно пахнет? Это я супчик сварила. Ну хорошо, сейчас наверну супчика и поеду в магазин. Привет, папа. Привет. Фу, чё за хрень, зая? Чё с супом? А чё не так с супом? Ты его вообще пробовала? Он солёный, как твои подмыхи. Да что ты вообще знаешь? Не нравится. Не жри. Да я лучше ногти жареные на масле сожру, чем этот суп. Ну вот и жри. Так, а где деньги? Зая, я не понял, а где мои деньги? Всё. Ты чё, дурак? В холодильнике. Да где? Здесь только еда. Ну так это и есть твои деньги. Да я не понял, ты шо, все мои деньги на еду истратила? А ты на че надеялся? Мы уже месяц на сворованных соседских ягодах живем. Тебе че, какая-то удочка важнее нас? Да пошла ты знаешь куда. Ну капец, блин, накрылась моя рыбалочка. Tomorrow. Ребят, я отойду на минутку. О, пока задротка ушла, выдно пупники зайду. Ахахаха, вот это Зина после стилиста чучело верблюдное. Нихрена себе, катышки с пупка по 10 долларов покупают. Мама, ты шо делаешь? Как это шо, выдно пупниках сажу. Да какого мама хрена? Не сып компот, там муха пьет. Да какая не муха, мама? У меня там друзья в скайпе, и лицевая камера включена. Какие друзья? Тут кроме меня и одноклассников никого нет. Да мама, ты че меня перед друзьями позоришь? Ой, да кто позорит? Хочешь компьютер? Забирай, еле кушать вари, в школу собери, а она даже в одноклассниках посидеть не дает, тварь неблагодарная. Ну все, я тут. Ну ты конечно, Лина и лох. Ахахахаха.